Так, пати 5400, соло 5800, 5800. 9200. Ребят, по-моему, это самое, блядь, тяжелое испытание. Что ты? Что там, жесткие, Похоже что на ли? то, кстати. 5800, челы. Только это, хекс в АМА не забудь, хорошо? Блин, ну кто же знал, тоже столько пиздимся вот это вот, а у него, оказывается, есть этот самый Линка. Вот Ну, никто ничего не дал, да? Команда никто, виновата. вообще, блядь, никто. Такое ощущение, что один, блядь, играю. Опять в солянку тащу, блядь, как обычно. Ну чё, конечно, блядь, антимаг, да, против нашего пика реально там в порядке заходил. Да нет, там пару моментов я зафейлил. Не, просто фастхекс нужно было, по-моему, все, эту антимагу стирать. У них Фастхекс. не Ну, было сейва же. фастхекс от... Я мог бы вместо лотоса делать хекс, в принципе, наверное... Да, надо было так, наверное, и делать. А еще у нас на земле Нубас, он не собрал форстав, чтобы сейвить Оракл, из-за этого мы так долго играли. Вот так. У меня все. Аппарат, ничего себе. Вот это Это, сильно. походу, реально самые серьезные. Они еще и забанили этого Хускара, вы понимаете? Двойной, как бы, бан. Ну да. Хускар бан, аппарат бан. Все, блядь. Кто теперь Оракл? Пиздец. Сильно? Ну, аппарат видно, что у них как бы план был на игру, а дальше пока непонятно. Вот так вот. Блудсикера, кстати, не бери, наверное, в этой, потому что он против аппарата плох. Ну Думаешь? да. Думаю, не стоит. Ну и против Сан... Нет, против Санкингара как... Ладно, я лучше буду просто молчать, потому что мне реально так, блядь, сложно говорить этот пиздос. Ну, только что, конечно, разумный бан был. Оцените, ребят. Дарксира-то? Да. Бля. А чего? А, ну да, типа, все правильно, чтобы не было его. А то, типа, Дарксир стягивает, туда Сэндкинг подкапывает, с ульта врывается, ну его нахуй, Ну да, правильно? ну да. Я аппарат ульта еще, ну ты понимаешь, это Да, как да, да, сильно. не, грамотно, грамотно. Не, Сэнкинг имбай баная, нахуй бан лучше. О, этого. Дарксир, ты имеешь в виду, Дарксир, да. сори. Да. Даже не знаю, что против них банить. Ну, тинкера. Да, тинкер. Надо забанить. Там, кстати, есть один герой. Пуночка. Это да, это Интересно. клевый. Это Я клевый герой. слышал, что с Ораклом он нормально работает. Да. И под... Ну, короче, нормально. Хороший герой.
Что-то они задумались. Ну, это сложный, сложный пик. Нихуя себе. У них, походу, какая-то заготовочка, знаете? Ну да. И на Last Pick сейчас SF, типа, ну, как команда называется. Да не, мне кажется, сейчас бултикер зайдет какой-то. Нам? Ты, я как бы не удивлюсь, если что, если да у нас бустики в харде будет. Ну, в принципе, против Темпларки он тоже достаточно неплох. Ой, как против Сларка хорош, ёбаный в рот. Андрей, ты прям уверен? Подожди, против Сларка... Там у нас кроны, а... Войт. А, не, баня. А, нет, войт баня, да. Против этого Сларка нормально. Я уверен, если что. Вот ты меня спрашиваешь... Да, да! Все, блядь. Держите меня семеро, нахуй. Законтрили их, походу. Да. Надо было паджика пикать и все. Но у нас есть еще один пик. Ну да. Про парджера в миде, ребят? Про того самого. Вот сейчас реально... Так, паджер этот, контрит ташку, вы что, не знали? Там ну да, второй, первый спелл сбивает паджер. Да, это еще паджер отлично под блудсикер работает. Короче, если что еще... А, ну у нас два суппорта есть уже, да, блин. Не, ну нужен на миде тогда Тёмычу герой, мне кажется, чтобы он, если что, выиграл всех потом. Может, Андайнга банят, да? Почему-то. Андайнга банят. Не думали, что Андайнг в миде будет? Нет, не думают, что это мидовый блудсикер. Угу. Блудсикер в миде, конечно, темпларку, да, хорошо, прям с ней стоит. Ну там, ну да, ебёт. Конечно. Да может, мипа какого-то взять и все и не париться? О, не. Ну реально тут. Ну у нас кунка есть. У нас есть кому начинать БС, типа. Давайте что-то нормальное и чтобы играли. Ну, может, тогда уж. Ну, вот, нормально, чтобы. Это просто спейс будет. Мипл будет спейс делать, а мы фармим, короче. Блять, что за пик у нас? Просто я не знаю. Здесь, блять. Удачи, короче, вам, ребят. Просто мастерпис. Просто. ГГ. Удачи тебе на мипу поиграть. Это в лесу мипа или чё? Ладно, ребята. А стоп, это не Маша, да, на кэре? Тогда не в лесу. Так, значит, ребят, смотрите, что там, аксы всякие. Ну все, я, значит, беру, блядь, щиток, вот это, вот это. Если мека нужна будет. А вардец будет? А, нахуй меня, не надо мне никаких вардов. Давай, дам. Да не надо, блядь. Все, отстань. Я поставлю сейчас тут. Короче, делай на Бесса пайпуху. Заедет. Так зачем мне два, Ген? Блять, Христа ради. Ген, я поставлю тут сейчас. Подойди. Все, вот так вот, по-братски, честно, поделили и все. Забудешь меня, Танго? Мысли, ты не платил за них. Да. Не по-братски. Дайми по два танго. Я одно дам. Ген до стара. Вообще да, конечно. Обратно, ну ты мне меня должен скинуть что-то. Саша. Хорош. Вообще, вы знаете, этот пик очень похож на такой, как бы сказать... Сумбук, да? Вот года два назад, типа, где-то Китай в... ММР 2000 так все пикали. Типа, все по керри, блудсикеры, вот эти вот там мипари, там, я на дровке захуярю. А я на кунке в мид. Ну да, я на кунке в мид, и один чел на ракле, типа, просто. А, это думает, что у нас мипа в лёгкой? Не, брат точно лишний в этом пике у них. У них акс в топе, походу, либо сларк в топе. Да, может, и до влада идёт. Не, это акс в топе, это санкинг суппорт. Мы можем отпиздить этого акса на первом левеле, прям торрен дашь под мой первый. И потом пойдем в мид. Да, я понимаю. Ну или СК, похуй кого. О, у меня пассивка. Ну и что? Мы просто запиздим его и все. Он, походу, он с леса начал, походу. Пойдем на кунки? Го, роумить. Давайте, парни. Ганны делаем в мид. У меня, значит, Ганги бандиты чё? Эти выходят уже на линию такие. Вот есть смог, нету? Андрей, мы к тебе скоро придем. Хорошо. Мы через мид. А, это санкинг суппорт.
Да. Так я говорил, Something Support. У тебя будет сетка? Да, будет. Или так задроты не качаются? Ну, да. А ты дашь? Я торрент дам. Если мы не убьем же, нет? Или убьем? Убьем. Ну, ладно. Ген, немного перенервничали. Ну ладно, идем к Аксу. А что тут? Они, кстати, да, идите к Аксу, потому что мне лайн пропушили мужчины здесь, так что у меня все четко. Опа! Попался, дружочек. А, ну, был. Опа. Давайте, мужчины, давайте. Блять, как же вы ебошите. Куда пойдем? Так, куда? Пойдем вот сюда. Идем в мид, блядь. В бот? Можете в бот прийти, потому что мы... Идите в бот, прошу вас. Подходите ко мне в мид, пожалуйста. Чес свой, блядь. Давай аппарат убивать. А стоп, а где вообще аппарат? Андрей, ты живешь? Снизу? Да, конечно. И чё, фидишь? Тогда отпивайся, короче, мы сейчас ебурить будем их. Давай. Нихуя тут крипов, слышишь? Нихуя тут? Аппараты накручивай аппаратика. Я не могу пока. А ты накрути. Оп. Ну как же. Ты выебишь его? Отпился он. Ладно, я вернусь сейчас, мы будем. Андрей, а ты их выебишь его? Да, я выебу уже. Я же, блядь, нормально. Тихо! Хули он такой быстрый? Давай. Все, ебурьте его. Красиво, парни. Смотри. Ой, ёбаный в рот. Смотрите в топ, ребят. Ладно, не смотрите. Я смотрю, он посмотрел. Да смотрите. Тебе приятно, Андрюх, играть? Таким мне, успит. Там Аркс 20% да. Аппаратик. Андрей. А чё он выебывается? Я чуть не понимаю. Вот этот он. А у меня и мана нет, вот она выебывается. Мне вот так вот 18. Ребят, ну что же вы опять забываете? Давайте я за вас от... Ебать. Давай, пуль. Андрей, ну пуль, что ты стесняешься? Андрей, ну чё ты, забыл что ли? Ну ты можешь запулить? Подойди на ману. Ген. XD. Давай. XD. Короче... Согласно кодексу Бладсикеров, Бладсикер должен играть без без Quelling Blade, почему, ребят. Это я вам потом почему объясню. Почему ты всегда, блядь, бегаешь с этим, ну, быстро, короче? Ну, я тут так вот. Я нормально, потому что на бейсе катаю. О, смотри. Бля, я что-то... Ты АФК, да, стоял? Я на бас страхный, пидорас. Ой. Так ты вот возьмишь его за хвост, блядь. Вот, я беру этого за хвост. Да, все, жабенка. Ёбаный в рот, не пизда. Все, нахуй. Нет, я убью, мне фокс. Отошел и подошел. Ну его, блядь, нахуй! Андрей, я сейчас взорвусь. Бларк мисс? А, напись так и делает. Ой, все, блядь, это он в пизде. Ах он. Конечно, блядь. О, аппарат, смотри. Смотри, я тебе еще маски залил. Вот тут стаки делать на парк. Бля, я зафидил, парни. Реально. Давай бить его. То, ботик, реген, ребят. Я добью, я возьму его. Андрей, беги. Ген, ты пока похилься. Хорошо. Я на базу похилился. Ребят, реген. Иди реген забирай. Ген. Давай, продолжать агрессию надо. Если там заберет. Ну нет, ну... Ты меня разводишь на время. Кто вернет мое время, Андрей? Не знаю. Там в этом парке уже много стак. А я выхожу. А где у него стак? Вот тут. А мы его можем потрогать? Потрогать? О, там у нас БС быстрый сейчас. Надо так... ебать. Да, немножко. Пока горячий. Давайте. Кто-то парк. Все, я по горяченькому. 4 сотки, ребята, у меня есть. А вилкам. А можно апдекару? О, не могу, сэр. О, вот этого, крестик ему. Андрей, я другому крестик. А нет, я этому. Давай, крестик. Да, ему. Надо было тому. Он охуел, что ли? Да, блядь, не трогай ГНа, нахуй. А этого, Андрей? Этого конечно, тоже. Конечно. Ой-ой-ой. Ой-ой. Я пускаю или что? Торрент, ну давай! И внимание! Да!
Давай, Андрей! Ты добил хрипа моего, блядь, которого я должен был отожраться. Где мой байбек, блядь? Блядь, это торрент. Что я могу поделать? Андрей, я не хотел. Аккуратнее с торрентами, пожалуйста. А, ладно, надо собраться. А, у нас этот Маша на фрикаче. И Мипа на фрикаче. Ёбаный в рот. Мы столько спейса делаем. Давайте снимем фанец. Пойдёмте фанец. Я вниз ТП даю. Там аппарат 2. Дай крест, просто поверь мне. Андрей, я верю тебе. По таймингу, Андрей? Да, грамотно. А так, это чё? Бля, мы так зашугали их, просто пиздец. Так я не хочу на базу заходить, это хуйня вообще полная. Не ходи, я могу тебе дать эту. Я вот так вот. Я пойду вард поставлю, отошел, ребят. Отошел 5 минут. Пока 30 секунд. Хорошо. О, нашел. О, я уже походу. Иду, я уже иду. Блять, что за фидер? За это они нахуй ответят сейчас. Блять. На мид подойдете? Сможете? На мид. Да. Андрей. Я уже здесь. Все. Какая из них настоящая? Такой же вопрос. Они три. Вот это. Вот это точно. Как же вы ее и бошите, ребят? Конечно. А это БС как бы. Это да, это я. Вы в топе, походу, умирает. Слышите? У меня куда. Я сейчас топ, топ. Слышишь? Может, рубим аппарат? Го аппарат. Это меня бросил. Ты понял? Меня бросил. Андрей, вот. Можем? Да, вернуться? Да, почему нет? Я даже могу вот так. Так вот грамотно очень. Там убивают. Ой, как же мне быстро. Дровку, помогите. Я не могу. Я тоже. Бегаем, блядь. 0-1-0, чел катает, понимаете? А в миде 0-1-1. Почему там 4 на топе? Почему? Почему у меня команда ничего не делает? Везде по 4 ходят, не понял. Погнали, да. Так вон, Сларк. Рина. Мне сейчас тоже курица нужна будет. Парад 6. ГМ. ГГ. ГГ. Это уже, походу, серьезно ГГ. Ты что, ищем подругу? Давай. А, она уже здесь. Неожиданно. В лесу сидит. Чел. Да вот, блядь, сварк. Алло. А. Казалось. Казалось. Давай ты фармить, БС не надо. Да. У меня кораблик есть. Враг что может что-то запланировать сейчас. А вот он. Там что, Андрей, будем ебать? Ух, вам пизда. Да не, давай ебать. Ладно, давай ебать. Я замёрз. А вот этого будет? Я садик. Андрей, крест скоро будет. Сын Кинг, давай ебать. Да, ну, давай попробуем. Ты слар бегает. Я вижу. Так. Так. Оп. Оп. Нет, тут похоже на пиздец какой. Да, очень команда похоже. Нет, просто. Блин, а там... Нет! Там жабёнок был лоу хп очень, да? Да. Я понял. Я лечу вниз. Давай. Давай брать его. Да есть сало, да? Нет. Просто ебучку ему разбили, и достаточно. Зарка 10 со стака вынесла. Мне одного надо. Так, можно тавр доесть. На топе, я не знаю, спустя. И та еще здесь стаки фармит. Пусть твой Рошан зафармит. Тоже можно. Пока нет, пока. А вот это? Подругу будем? Не-не-не. Ёбыч, ну как нет? Там, а, там, санкинга. Всё, тогда точно нет.
О, я на хосте. Так, все, я еще огромный, ребят. Смотрите, смотрите. Две булки. Там я выехал. Без... Андрей. Я на скорости, на спидах. Спидах, я тоже. Все, вот этот наш. Только нужен вижен на него. Ты... Поставь там что-то. Ой, блядь, всего доброго. Я лечу к вам. Дальше. Вот тут Акса, Акса. Будем Акса, будем Акса, будем. Да-да-да, будем. Да-да-да. А, нет, вот стоп, мы на аппарата, мы на аппарата. У него блинк. Андрей. Лягушка без ульта у вас. Дайте что-то, хил там, что-то говно. Блять, я не видел его. Мип, ты, подойдёшь? Блядь, не Грейвы, сука, не Таракла, вы... Хоть тебя все пикнули, но не вязай, да? Бля. Топи. Ну, если он будет пока. Сларк там этот, ЖБ. ЖБ будет. Цитаты великих, блядь. Не, я успевал, я просто не понял. Вот этого мудилу. Готовы? Готовы, ребят? Готовы? Как Задорнов говорит, готовы? Готовы, готовы. Готовы? Сейчас, блядь, я ему... Где ты, сука? Не успею, может. Ах, он молодец какой. Знает, знает, чувствует. О, найс. А я в топ. Топ, 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 топ. Так какой уже там я... Подойдешь, Мипан? Мипан, подойдешь? Мипан? Я отменил ТПС. Мипошка подойдет? У меня КД. Я не приеду. Я бегу туда. О! А чё, разнесём? Гоу, Гокс, Гокс. Я несу. Ну, я не знаю, сын такой. Или не сын, Тёмыч? Ты чё делаешь? Вы гоните, что ли? Я сдох там, зачем пошел еще Кунка сдох? Там так Тёмыч... Нет. Чё, может, Ашана? Артём, мы можем? Поехали. Прям сейчас. Сейчас, иду, иду, иду. Ладно, все, я серьезно играю в пизду. Команда. В смысле, тут все серьезно играют, а ты сидишь. А сбить да, есть чем? Серьезно. Ген, у тебя же есть. Да. Идеально. Бля, ебать бить. Ты обузу знаешь. У меня КД больше? Третья лава. Там еще ближе можешь. Блять, ебать мы его месим, реально. Мне мидин падает. Я сейчас подойду. А мне не страшно. Синкинг. Дезолятор там. Так, ладно. Задираемся, ребят? Ну их нету, мы их не видим. Вообще нам бы неплохо было бы мид забрать, так что предлагаю уже это самое... собраться. Под, на центре. Сларк с Шадоублейдом. Я возьму парочку, смотри. Вот смотрите, в миде стоят все. Угу. У них походу вард здесь. А ты на мипанском готов прыгать? Нет? Нет, не готов. Да, да, у меня ТП есть. Я полечу. Не, я просто этот руптуру накинуть хочу. Ну ты накидай, я полечу, если что, да. Я им тоже накину. Короче, да, Кунку нужен здесь, все, я буду накидывать. Ну, лягушка в наш лес пошла, что там стопы еще, да. Так, 8 секунд. Блин, Кокс. Я лечу мид. Ой, ёптиц. Оптиц. Я тут нажал. А что там по кораблям? Вау, смотри, там Фларка, там Фларка. И жабьего, жабьего наездника, если есть. Фларка, там Фларка, блин, ребят. Пларка сдохла, ну и отлично. Жаб не убили. Гол пушит. Угу. Сейчас ульта аппарата может мне на лицо прилететь. Да, если так тебя напрыгнет, ты умрёшь. В центре. А, да. Чё, кто у нас посмелее? Тавр побить. Ну, Сларк летит.
Хотят драться? Ладно, отойдите. Через 10 секунд можно будет подраться. Че вы засали? Я не знаю, я что-то засал. Песка в боте было, два в таверне. На меде. На меде, на меде. Я на Акса дам. Че, вы хотите сразу? Тут уже, тут а у нас дерьмо. Будет Мипанский? Я лечу. А у меня СБ не вылетает еще. Блять, зря прилетел. Выгонит. Да блин, ну просто сразу бы приехал Мипа, и мы бы всех разъебали. Это меня была, но у нас куча. Нет, нет, там типа все были. Ну, вы же... Что вы делаете? У пацана просто один аганим. Зачем эти раши? У Акса блинк, мы не можем. Да. Ладно, буду выфармливать аноним. У нас аноним. Мипа дохнет за один агр, у него, блядь, хп нет. Подфармит и все. Фирма чисто. Сейчас надо было драться, то что Акс загрел меня. Там блинк еще кого-то, Санкинг походу. Санкинг, надо. Не, нет. Нет, это у Ташки. Нет. Но я на Ташку буду руптуры кидать. Вас фар заходит. Блять, я же знал нахуй. Ну вот это что-то совсем какая-то наглость, блять. Что-то по одному уйдете, да? Вот это убейте, нет, пожалуйста. Нет, ТП. Вот это. Фид Фидыч. Ну что, придется потеть, блядь, как мразь последняя, значит. Отстаивать честь Блтикера. Сейчас Тёмыч нам затащит котло. Надо не фидить. Я перестал, все. Достаю морскую соль. И надо больше вижен. Они сейчас маки куда-то могут выйти. Аккуратно. Что там аппарат 3-0 пытался? Они будут исключительно в пятером бегать, есть подозрение. Сейчас, типа, пытаться гангать, бегать, надо посплитить их. Можно сварка подойти где-нибудь. Под 3-0-15 у него медаса нет. Опа! Настоящий, да. Там все, а Сварк в боте. Сварк где? Сварк в боте. Там я уже улицу летел. Там трэп что ли, ну, или здесь опс. Вот опс. Там СК еще идет, уйдет, там же Акс стан. Я вижу, успокойся. А мы можем смок нажать? Попробовать убить через лотер. Сварк какого-то. Голдтрейв нажмем. На меде хотят. А, на меде там 8-0. Пойдем, они без лягушки же. Не хотим? Уль будет, если я успею. Андрей, с торрентами поаккуратнее. Я лечу. Можем Акса сбрить. И там можем. Бля, ну что я рядом. Под ультом аппарата как-то не а очень хилится. Сейчас СК, наверное, будет накатить. Ходи уже. Аппаратика надо. Сларк к нам бежит, давайте Сларка убьем. Вот он здесь будет. Там еще у СК есть ульт. Смотрите, Сларк сейчас здесь будет. Да, вряд ли он тут будет. Этот, Санкинг с даггером, с ультом, есть чё. Чё, не, я фармить дальше. Нет. Вот этот блядский тавр намного чего очень руинит. Можешь? А, ну ладно, в пизду не можешь. У Сларка, если чё, досты есть с собой. Да, ясно, он убивал уже. Чё там, 12-й левел. Ну, Сларк потихонечку становится больше. Мне нужно дофармить вот эту блядскую хуйню, ребят. Срочно как-то, что-то надо мне оставлять. Потому что, по сути, темпларк там не может ничего надо делать. Надо вот сюда куда-то защитный вар поставить. Снимаешься. Да? Я поставлю. Ага. Фармить, увы, негде. Рошан, насколько будет? Ты чё он ушёл? Илюски. Танц 46. Они все вместе, ребят. На топе аккуратно. Тут аккуратно.
Есть подозрение, что они вот тут где-то? Ну, у меня тоже есть подозрение такое. Не, он Мидас. Показался. Можно это вот дать? Нет, там реально. Вон, напали, здесь. Напали. А что, могло в ответку МБ? Или нет? Аппарата бы выебать. Ташка бы КБС. На госмачок нажмем, не? Ну, прям сейчас на аппаратик куда-нибудь. Нам или мид заберем. Мид падает, нажи пассив. Это все сейчас? Снизу там все настоящие. О, Акса сейчас убьем. Подождите. Это настоящие? Нет, это иллюзия. Нет, зачем мид? Это иллюзия. Там иллюзия без да. Осторожнее, они как-то вот так что-то вот это. Спарк в лотаре бежит. А мы его здесь не можем поймать? Нет. У него лотар кончится, он забежит до того. А, да, да. Он возвращается. Блин, КСК. Че, пойдем, смог? Вот так осталось. Ну, что на топе аппарат какой-нибудь еще есть? Тут, скорее всего, вард стоит, еще попробуй сломать. А, тут лягушка, а у нас лягушку на топе не убили. Я лечу в топ. Да. А сможешь солдать ему? Смогу, у вас тебя вижен есть? Да, вижен-то нету. Алло, стоп, подожди, вы здесь, да? Да, уже. Он, наверное, в лотаре. Я пока еще дофармливаю. Они не могут рощу пойти? Могут теоретически. Вот-вот, напали. Я верну его. Вот, станет стоит. Я не вижу никого. Хочу нападать. А вот этого. А есть будет? Я поймал. Давай. Я сейчас Руртуру дам. Акс ССК не видно. Подожди, подхожу. Нет, я хотел, я обманул себя. Но он на него бы снял, типа, баунт. Никого не видим, я ничего не хочу делать пока что. Это Рошана убить, Вита, наверное. Кого, почти тебя на шанс смог нажать? Вон, вот они, почти потеряемся, я смог нажал. Годно потерял? Без ульта же? Убивай, это... Он без ульта, Саленс. Там Макс идет. Еще цеплять буду. А та, го убьем, та. Ребят, сзади, напали. Будет вижен. Там СК-то. У меня нет куда. Блять, подкачал. Ты как слишком дерзко, надо было просто Ашку тут одну зафокусить. Она... Чувак, если я туда прыгну, на меня Акса и ССК прыгни с ультой. Так же было получилось. Mm-hmm. Ну, кстати. Чувак. Трэпчик. Надо... Гоучек, прошу. Чек, прошу. Там... Снять его. Я сделаю это, я все-таки, блять, сделаю это. Обвиним? Угу. Вообще я могу сделать гем, но нам, блядь, вообще некого его. Некому таскать его. Я в инвизе иду. Ладно, чекайте пока на рошу. Чекайте рошу пока да. Еще раз чекните. У тебя будет лягушка на боте, потому что я прибрался. Не, гем нам нужен, так аккуратнее. А, ва, роша есть. Есть, появился. Гоу. А, Сынки, ну, видите? Быстро убьем. А подойдешь на дровки, да, Саленс? Я иду на своем чаре. Да, спали... Давай, крест. У меня нет вижу. На Макс еще идет. Гем летит. Чё-то ты как-то рановато в эту хуйню сделал. Чё вы меня под... Зачем это все? Просто дается сами. Ты возьмешь гем на дров? Не надо. Гоу смог? Ну, ладно. Гоу? Подойдёшь на мипа? Да, я рядом, давай, нажимай. Гоу так вот. Рошану может или что, или хотите убить? Может просто реально Рошану нас мипа заковыряет и его в секунду. Гоу, Акс, Акс. Там нет аппарата ульты, Ладно, гоу, Экс. Я дал начать. Блять. Ты гора шан, ты? Как они спали? Ну, там трапа стоит, спалили, там трапа стоит. Мы не можем. Да нету, мы поломали. Нет, я ломал трапу. Сейчас в итоге забейте ему. Не будьте брошен. Вот секрет, не будьте тут брошен. Аффирматив. Я корабль кинул. Я с гемом тут стою. По-моему, у нас нет вижен. Есть гем у нас. Там мульт-аппарат летит сейчас. О, блять, мы добиваем под кораблем миф. Я хз его так сделал. Я Саленс всем дал. Отойдем просто? Если можем, отходим. Да. Вот у меня вот это будет, это для них все, для них конечная остановка. Только позволь мне, пожалуйста, сделать это.
Я тебе позволяю. Я прошу тебя. Я тоже бегаю, бомж. А я не бомж. Блять, боже, что это челик тут делает? Он больной? Помочь ему. Они второй раз могут отпиздить. Не, забейте, мы не поможем. Ааа, что этот челик делает тут? Он байки стоит? Ладно. Все, я с артефактом. Так, каково я вижу? Ой, это хорошо. Акс вижу. Акса на топе нет. Я не знаю, я с Аганимом, я бы их сейчас всех разъебал. Я бы тоже, на Т2 ТПшусь, на Т2 ТПшусь. У СК ульты нет. Я тоже ТПшусь. Но, по-моему, мы... Я вот цепляю... БКБ. Может, лягушку? Главное мне на темпларку закинуть. Ну, и лягушку тоже можно, в принципе. Ой-ой-ой. Удалить кто-то, блядь. Хили его, хили, а, нет. У меня он попнет, честно. Ну, это очень далеко. Не могу так идти. Дрей, беги. Я еще... А чё, мы дерёмся? Блядь, ну, вот у неё... Я хотел кликнуть. Да, я хотел кликнуть на Т. Случайно проснулся. Дабл клик. Покажите на аппарате 4-0 бег. Эй, что-то в голос. Странно очень. Эх. Эх. Ну я как бы на каждый замес у меня будут ульты на темпларку. Просто нужно ей что-то как бы делать, все равно там или форсать, или. Там или 9. Пиздить. Она просто стоит на месте и нихуя не может сделать. Да она от мипа отъедет, если ему дадут бить чуть-чуть. И сакса не будет банально того, который вон дохнул. На топ ТП делал, тавр может быть. Го драться, там 90 маны. Ташку, кляйте. Блин, БКБ, возможно. Сюда, нет. Сюда. Аппарат. Ура! Сломал Варгус. Заберем, может, какой-то тавр за это время? Давайте, да, мид какой-нибудь, может. Минус 2 так-то. Смотрите, они снизу. Ой. Там мип, там лягушка еще была. Реген в топе, если кому надо. Мне покажется, вы хотите... По боту? Или по миду? Можно по миду. Погнали по миду. Я бегу туда. Сларк какой-нибудь хоть собирает. О, убьем это? Хорошо. Надо мид пушить. О, мид. Там Макс рестится. У меня корабль. СК нету, я не думаю, что они будут файтить. Дровка бьет, пусть и все. Я, наверное, на тебя обладаешь не буду кидать, а то тебя напрыгнут, выебут в секунду. Вот что это такое, блядь? Ебанулся совсем, убить, блядь. А ты, блядь, Акс, чьи убить, будешь? Давай только турбинарь. Байбек. Отойди. У меня ультов нету сейчас. Отойдите, просто отойдите. У нас ни кораблей, ни хуя нет, надо уебывать. Я улетел. И выжил, что ли? Да. Ничего себе. Найс. Завтра. Вакса смог есть. Угу. На меде я хочу ей руптурку дать, хотя нахуй не нужно. Сетку давай. Угу. Вот без Сларка опять можем что-то идти делать. Угу. Просто если у нас чуть лучше пойдет, то мы им сломаем нахуй все. Го по боту. У нас гем остался. Вакс убил? Я ему дал. Ты че, он вообще один? Я очень далеко. Я дал два, первый тур, им пиздец как плохо. Давай. Я корабль дал. А есть вижен? Есть, но это такое.
Бля, ебать больно. Дроп вроде бы. Там гем лежит в случае. Забери гем. Там нету БКБ, нету БКБ. Нету БКБ. Воу. Воу. Не умереть тебе, а у тебя пика. У него пика. И пика, кам. Бля, короче, next Рошана, да, я тоже хотел сказать. Ты сам с гемом будешь бегать? Ты хочешь подойти? Надо варпы. Давай я лучше, Бегай, бегай. Там же БКБ нет. Вот тут варпы сечь. Потом надо будет разбить его. И желательно, типа, трапу на Рошане сейчас сломать, пока Рошана нет. А, у него файт. Аппарат Корск. Активная руна на тут. Мопс поставил. Нет, еще раз. Он в центре поставил там. Ташка идет. Ташка доедался, очень больно будет мипаря. Есть. Кто хочет. Надо сейчас, наверное, идти. Mm-hmm. Они. Да. Надо бы. Надо это откидывать. Они в смоке могут быть. А я Андрей чекал, вроде нет, пока что. Вот он, здесь. Вон. Там аппарат, там аппарат, кстати. Он вард ставит там. Меня там не будет с вами. Его там не можно сходя. Было ебнуть. Линка, а, с линкой, с Ларк. Вы без меня там. Ну, подходи. А кто там стреляет? Я лечу туда. На боте начнем? На боте надо начинать. Я сейчас умру тут. Они видят нас на варде. Я умер. Гем возьми. И меня не слышат. Там все уже приехали к тебе. Там гем валяется. Че, надо да. К Рошану идти тогда? Да, идите Рошану. Нам гем надо новый. Прочекайте Рошану. Я не могу купить его. Есть он? Нет. Тут у них опс на центре был. На пиздец сложно. Нам бы какой-то хекс на мипа. Ну, мини-поп был. Вообще, у нас... Можно просто сделать, блядь, каждому суппорту... Чекайте вот. Рошана тогда, ребят. Замутите по форстафу себе, я буду ульты давать. Андрей. Вот. Мне гос надо. Сделать, ну, после лягушка, не буду жить. Лягушка без БКБ там за саленс, если дать ей, и все. Осторожнее, не бойте. С форсом я тоже не буду жить. В принципе, даже один нет, неудачный агр, мы выиграем файт. Сакс. Ничего не сделаем. Нападает. У нас гема нет. Гем нет. Ты можешь на кунке гем купить? Да. Он есть, да, уже? Ну вот так вот, 147. Вот все, если нет. А не бойтесь. Никого. У меня сейчас тоже есть чё-то арсик будет. Попайтесь, я думаю. Никого Сларка, ребят. Сларка, да, Линка. Да, мы говорили. А, гему Сларка? Линка. А, было уже. Хорош есть, Рошан. Надо туда идти. Ну, они тут в смоке могут быть. Они... Кстати, тут вард, я забыл. Где-то там он находится. Вард есть. У меня есть смок, надо можем поехать. Можем на сайт дожить. Пошлите смок. Гем нам нужно спать. А как, вот так мы пойдем? Вот так вот, бля, я не знаю. Нажимай. У нас вижена нет, понимаете? Гем нужен сперва, вот нам. Да. Все, уже они убивают. Го, Рошана. Ладно, я в центре везу, быстро. Они ломают Рошана. Они быстро. Быстрее надо. Он и подак совсем не стреляет сейчас. Все равно файтимся. Можно. Да можно. В принципе, можно. Позиция хорошая. Ебать, даже корабль не спасает. Но... Не, уходите. Не просто уйдите, пожалуйста, мипа там спидится.
А мип ему базу ломается. У Ташки нет ТП, у Ташки нет ТП. Ты лягушка прилетела. Я думаю, она бы тебя никак не убила. У Ташки нет ТП, да. Ой, просто гем надо было подождать это. Да не, надо было сразу ходить. Ну, а кого Эгис? У Темпларки. Да, у Темпларки, да. Сыр у Ларка. Хорош. Чё ты? Тебе до гема чуть больше. Это на Хексе, там Хекс, наверное, делает. Сложно. Да-да-да, нам тут дизейбл супер нужен. Нам вообще нечем пташку фокусить. Давайте со мной кто-то смог нажмет. Прям сейчас. Ну, давай я с тобой снажу. Можете также пятером пойти. Ладно, втроем пойдем. Оракл, Кунка. Поехали, со мной кто-то уже. Понял. Я на меде закину туда хуйню. Да та на самом деле мясо, если одна бегает. Мясная. Главное в центре там поставить. Удаст. Халявный. Я думаю, она здесь, вот на этих точках сейчас будет. Она же на боте была. Но она с Эгис. На меде могут справиться. Меня гоубьем, гоубьем. Вот Ташка. Вон она, та была. Вы чего? Вы чего, мы ребят? Тут на меде цепанули. Да, а Ташка чего? Улетел. Он бежал там всю эту дорогу. Я улетел. Не будешь его? Не-не-не, что-то такое. На меня напали. Я подхожу. Дашки нет. Есть байбек. Там гем у короче, кого? Какая-то хуйня вообще произошла. Не-не-не, там дропнулся, он на земле лежал. Угу. Аппарат сейчас гем. Там сларк за вами, чё здесь? Сентри поставь, сентри поставь. Дай ему сало. Отойдите. У меня байбек есть. Ладно. Я тебя подхилил. Ну, а, там... нет, не с Эгисом она. До меня 20 секунд, у меня байбека нету. А воу, 10 хп. Если можешь там... А, нет, не будете. Давай. Надо помочь, Нике. Ёб твою мать, Тёмыч. Того рот ебать. Красиво, красиво, красиво. Там ульт может быть, аппарата какой-то. Если не, он кидал меня, он меня кидал уже. Окей. Просто предупредить. Гем выбили или нет? А может встретить? Нет, тот, гем в аппарате. Видишь? Аппарат вообще хоть раз сдох, блядь, за игру. Один. Да, один. Надо гем купить. Да, блядь, у меня было 50 денег. Ульт полетел на базу. Не спалил, по идее. Акс миди был, акс миди был. Я могу цепануть как-то акса. Давай, я снизу буду пытаться. Давай. Свижн ебаный. Свижн, походу, или трэп стоит. Пойдем в мид скушаем. Сейчас посмотрим, снизу может будет акс. Не акс. Можешь потанковать меня? А я вот так вот. Мне вижен просто нужен. Пойдем к мипу, а там это скапы есть. Уходите, уходите, у меня нету байбека. У меня нету байбека, ребят, уходите. Го уйдем. Только санкинг и аппарат здесь так-то. Если дровку цепляют, то можно и попиздиться. Там сакрич. Форсики есть? Да, 3 секунды сайленс. У него йол. Сларку будет сбить? Да. У меня сайленса нет. Сбейте ему хуйню эту. Я собью их сваркой. Ладно. Ну идите, там Таща появится, мипа нет. Вообще мы, блядь, в два форсика там, конечно, можем ему спарять ебало сломать. Я просто еще Blood Rage не вешал. Если вешать Blood Rage, то там пиздец ебало разлетается. И раз, челик. Че гем кому отдать? Если сова поносит? Можешь дров кидать. Да не, у него скоро слотов не будет. Сам носит. Хорошие новости. Че, может разведем на БКБшечку? Можно. Мы можем и пизды получить. Не, мы пизды получим, нас видно тут. Я ебал, где не, она не видит, она просто ставит. Там трапа есть, там трапа есть.
В Оксиге. Вон, до уйдем отсюда. Да. Он еще трап. Блочить не надо. Аккуратно, уйди оттуда, слышишь? Уйди оттуда. Дальше с вами. В Оксиге. Угу, они там. Ну топ наш, то окна. Блять, 21 левел аппарат, ёбаный в рот. Я про бот говорил. Да, Жон ебаш. Он реально разъёбывает. 40-26 АЕК, это дропа АЕК или что? Или когда Икс? Когда пропадет Аегис. Понял. Они здесь, не уходи на мипу, лучше на бот лететь. Я на базу. Я даже на бот не хочу лететь пока что. Так они здесь, аппарат на клей стоит. По-любому здесь стоят. Там Йоу, да, у кого-то есть. Я исключительно в темпларку буду нажимать. Но Blood Rage, блядь, я на нее не буду давать, в пизду. У меня ББК нет. Она не один крит даст, мы все сдохнем. Трапа. Госмак нажмем, слышишь? Все, лягушка на боте появилась. Поехали. Надо топ отпушить. Они вот... Я бабочку отпушу. Я отпушу, я... Всё, голсмок. Через минуту уже Рошан будет резко. Голсмок. Давайте смок оставим под Рошана. Смок под Рошана и бабочку дофармит у нас. Маша. Вот фармит хуйня. Пойдем к демону сюда, я поставлю там. Вот вижн был, вижн там был, не? Мне показалось. Есть что посветить? Показалось. У тебя тоже торрент есть. Кинь сюда. У меня был кулдаун, кинул. Сларк тоже себе бабочку делает. У него там такой аккуратный выход через, блядь, квадрстаф. Нормально. Сларк там бомж. Че, поехали? Можно, можно. Через минуту он уже будет 100% или че? Нет, нет, начало, я же сказал, резко покажу. А, ну, давай под начало нажмем. Чё, мипа хекс не будем ждать, не хотим? От сколько там у него? 500 монет. Я байт от него, но это. Может быть тут? Подождем. Я могу. Да байт, это тупой либо байт. Они вот тут. Это, а го пойдем, го пойдем. Пойдем, пойдем, да. Они по-любому как-то в лес наш зашли, я уверен даже. Он туда сейчас хочет пойти. Ну да, он там. Ну yeah. Убить бы его, было бы круто. А вон снизу смотри, на бой. Го ебать его. Я убил. Да прикиньте, он один нахуй стоял, это шок. Да фати базу. Быстро ТП на базу, подачи. Я темпларку могу ультануть. Нет, меня нет, ВВ. Андрей, я еще форстафать буду. Я бегу. Го его за форстафаем до смерти, блять. Я иду и давать. Все, я нажал. Уже себя подрать. Вот тут она. Она блинканулась. Напали. Я пока живу. Ты живешь, Андрей. Все, еби их. Я тебе магию дал. А вот это, дашь нюх, дашь нюх. Давай, сюда. Давай. Хорошо. Ульта 3 секунды у меня. А чё, мой, их там только двое. А Роша не может быть? Может, надо может, чекать, может, может быть. Уже стоит, наверное. Подхили меня, Гэн. Одна да. Мипа, Рошан. Нет, 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 Рошан. Сейчас будет, значит. Там... Ещё разочек. И... Короче, 1.5 минуты до максимального. Чуть больше. Там надо трапу сломать, погоди, с гемом. Uh-huh. Чтобы они не знали, что Рошан есть. А, гем на лягушке. Я уже иду с гемом. Надо лично поставить, да. Я буду делать этот, халиберду. Где я сейчас Ларку объекта описал? Ну, у него линка не забывай. Так, она не спасет. Понял. Он ульт может сжать, не? Так ты же без хекса как-то. Там может взорвать, по идее, хуй. Закинули сюда. Там ульт улетел, да. Я байбек оставлю, короче. В крайности пошел. Или нет. Скорее всего, там Рошан уже есть. Ну. Здесь заставите меня вот тут, ребят, прошу вас, я ББ хочу дофармить. Кто тут был, кто тут был?
Ребят, там уже Рошан, может быть, надо туда идти. Они, либо они спармят. Так а чё, вверх поглубже, мид поглубже, и все, и они не пойдут никуда. Рошан есть, они бьют. Пошлите туда. Пойдем. Они его очень быстро убьют. Тогда не идем, я без бойбов. С Ларк, с Аегисом, они там Ларка. Вот, блядь, я с инвизом, мне кажется, это вариант. Это у вариант. Гем на лягушке. Гем на Аксе. Вроде на сва... А. Сларк еще сыр взял. Слышь, трэп здесь, подойди, я поломаю. Сверху был. Короче, вот здесь, если увижу темпларку, на нее кидаю ульту, давайте постараемся ее разъебать. Давай, Андрей. Санкинг, это не то, что... Вы можете убить, я думаю. Не, не думаю. Так, здесь Сларк был. Но здесь лягушка, но она с Аегисом. Ну, вот так вот. Не, жаба там вообще можно есть, посмелее. Да. У нее итемов нету. У нее Аегис сыр набить смысл. Аппарат сверху сам. Я тоже думаю. Если прыгать, может Акса какого-то, чтобы не было этого. Блять, Санкинга не хочется цеплять, я не смогу. Жаба тоже. У него линка, да. Вот, темпларку. Я даю ей. Андрей, ты это один, ты один, Андрей. Далеко, далеко. Не-не-не, уходим. Блять. Одна хг. Не умри на конке. Да я что-то пахнет этим на самом деле. Я надеюсь, опция здесь. У меня бэйбэка нету. Вот у меня, кстати, тоже. Там. Тёма там мипа сплитит. Если мы запайтимся, он стушит. Да бля, стойте, короче, просто там не под акс. Там нету акса, там нету акса, там нету акса. Гоу-гоу-гоу здесь. Да, можем? Да, сыром там она. Нету, там нету этого. Экс. Гоу цеплять их дальше. Не? Акс, цепляйте, 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 цепляйте. Там замедлил её. Не-не-не, гоу дальше, не парьтесь. Гоу-гоу-гоу. Аппарат ульту въебал. Не видно акс никого. Вон в мини. Темпларка сыр, походу, съела. Не, да, съела сыр темпларка. Ее подцепили. Меня или что? Сори, тут. Ну, я выбегаю, я бегу. Я пить не могу. Ну, блядь. Улетай, улетай, улетай. Этому мудили дал штуку свою. А, ну его и как бы я понял. Ты уходил уже, да. Уже СК идет. Ульт аппарата на базу. Убьем его, убьем его. Я лечу фуловый. Я здесь. Там ульт, бля, я сдохну, походу. Хотя... А кто гем взял? Второй спел кидай, второй спел. Меня... Да, понятно. Сварк ударит, сварк ударит. Возможно, курицу, да. Да, дождитесь меня. Не, я живу. Нормально, мы сыр выбили, всю хуйню. Егис. Или сыр не выбили, а Егис точно выбили. И сыр тоже выбили. Она сожрала сыр в один из моментов. Знаю, Владимир нам бы какой-то еще на куночку. I will try. Хорошо очень. Че, может разыграем эту ситуацию? Можно попробовать. Ну, 20 секунд я пойду. Чё-то герой... Смотрите, жаба. Толстый. Мы мид идем или чё? Ну там... Да, зачем мид? Да, я не знаю. Я... Там есть акс. Ну, мы хотели разыграть эту ситуацию. Можем подраться. Вы без меня там ещё. Ну, go wait, хули. Я вот так вот, Владимир. Надо было убить еще кого-нибудь. Кого там гем, ребят? Кого гем? Был... Не видел. Скорее всего, акса. Ешур? Нет, нет. Айда, но. У Тай нет, у лягушки. А, у лягушки, у лягушки. Мы один выбили. Она вот... Она слишком, конечно. Может, их здесь где-то под... Если у нас есть какой-то смог поймать. Чтобы бот пушится у них. Я вам так скажу, у нас даже Vision... А, гем есть. У кого у нас гем?
Меня. О, могу дать кому-то. Да не, носи. О, был кто-то. Я дал ей хуйню. Промазали. Гоу-гоу, под кораблем драться. Я иду в спину. Вот здесь татажка стоит, вот тут. Я иду на нее. Выебать ее, я сейчас еще ей дам один разочек. Это меня какой-то сейв. И вот это тоже ебе. Байбэк, темпларка. У меня гем нет, гема нет, кстати. Гем лежит. Я умру, походу. Сдохнет, походу. Да, вот аппарат. Я уебываю отсюда. Гем не подняли они? Да, подняли. Подняли вроде. Не, он здесь умер, а здесь не подняли, скорее всего. Вот здесь бег. Знаешь, у него места все равно посмотрел. Нет. Владимир понадобится. Куплю, пожалуй. Бля. Ебал урод этой игры, блядь. Ты была вообще без бейбека? Короче, Андрей, если цепанешь, убьем. Траву надо апнуть. Ясно. Аффирматив. Я, конечно, попробую, но... Уверенности, если честно, нету. Потому что... Ну, она без шо... бэбэка. Хотя нет, почему? Ей пизда. Чё, она там одна будет. Она одна, она сейчас крипов с 2000 убьет и дальше в лес пойдет. Там... Я не смогу ее цеплять. СБ нету, ничего. Тогда забей хуй, Андрей. Не стоит идти там. Аффирматив. Ну там гем валяется. Я вот за ним чуть еще... вроде как и шел. По идее, чуть подальше там гем где-то должен быть, там оракул. Да его, наверное, курица какую-то забрали. Они еще не взяли, если только лететь. Ну вот ты чекни. Я думаю, 2800 она не убьет же так быстро. Почему мне прилетит потом? Короче. Я на манеры, я не хочу ждать. Я тоже на манеры, если честно. Ребят, если чё, короче, нахуй, там два стикера, блядь. Чего? Ну всё, отжимаем, блядь, и поехали. Чем отжимаешь? Ну ты сразу можешь тогда это, слышишь, уебать от меня. Да, лучше не рисковать, я так скажу. Я уверен, что это Mind Games. То просто так он нахуй прям ровно через 2 минуты зашел. И все хуйня на самом деле, реально. Тёмыч, just go back, please. Не, можно один аппарат. Не смотрится. Или просто не заметил конку. Может быть. Плюха летит, кстати. Да, он не такая больная. Вон. Вот тут жабий был. Я иду на жабу. Лови плюху. Ну я пошел ловить его нахуй. Смотри, давай, смотри. Давай, лови, я с НКМ иду. Летит. Я с НКМ иду. Все, блядь. Поймал тварь. Вот он, блядь. Одно стоподвижно не нету. У меня есть. Давай стой. Ну все. Ну он там еще дальше какое-то шоу. Ну почти. Но мне как бы не жалко уйду, ребят. Там... Не жалко. Вроде дальше шла. Ну да. Раз. В миде. Нет, на миде Сенкинг. Давай. Опа. ТП в мид. Аксу даю. Убис, бай, ой, и темпларочку в мид. Все, это победа, блять! Хорошо, нахуй! Хорошо, блядь! Как бы БС сейчас зарешал. Есть ему с это, с диспелли? Что здесь? БС заехал на пике. Блять, я под залупой. Жить! Спаси меня! Сейчас лягушка выйдет, спайтесь. Вижен. А я сбил ему. Отличная работа, парни, отличная. Гайн, подхилишь? Братишка, спасибо. Зайди. Он охуел, что ли? Не, все, в очко его, блядь. У нас крипы есть, крипов нет. Аппарат ульта летит, на базу нет? Нет, она уже остановилась на мне, блядь, все в порядке. Кстати, подойди ко мне, я тебе дам второй. Вот так. Красиво.
Только ты не сдохнешь, что ли? Я с одного удара Сларка сдохну, наверное, если что. Так чтобы ты, вот видишь, как ты? Гоутрон под кораблем. Гоутрон под кораблем. Я в дровку даю штуку. Этого выебали у нас. А есть уже жабки? Я, блядь, не хочу так. Вот так вот, блядь. Дрон под кораблем. Слышали? А, все, я сдох. Давай, Андрюк, гал. Это тебе перед смертью. И вот так, и вот так. Так, так. Чё-то лёгкое. Чё-то да, блядь. Не, ну вообще БС нормально зашёл. Да. Реально нормально зашёл БС вроде. Блядь, кстати, это ещё не победа вроде. А, мы ещё проебали, да? Не, подожди, мипка, мипка идёт. А ну-ка. А ну, блядь. Ой, это сеточка, блядь. Ну, да, да. Не, ну БС хорош. Хорошо зашёл. Я больше никогда в жизни нахуй не возьму это дерьмо, блядь. Я уверен, что вы по тысячу раз пожалели, что вот это пикнули, блядь. Я больше, ребят, Бладсикера, ладно, нет, Бладсикера, возможно, когда-нибудь еще возьму в паблике, если реально против какой-нибудь Дарксира на линии стоять. А так, все, блядь, пошел нахуй этот герой. Заезжают. Бойкот ему, блядь, объявляю. А, ГН, или с Дагоном, или с Дагоном. Это самые слабые были, и мы чуть не проебали. Да, было круто. Было классно. Ладно, я сейчас поиграю с ЦМ-кой и буду стрим завершать, пожалуй. Так что, ребят, я сейчас пока отойду, замучу там скайп и все дела. Окей. Спасибо за ПТС-ки, парни. Good luck. Да, дорогие друзья, вот так вот, не без труда. Конечно, команда отвоевала, собственно говоря, Battle Cap. Вот. Как я и сказал, сейчас... Ну, у меня очень такое сейчас плавленное состояние. Это и на игре было видно, что играл, как ни странно, хуже, чем даже обычно. Вот так вот. Это уровень такой сильный. Вот. Что ж, сейчас, как говорю, пооткрываем сундучки, побалуемся с ЦМ-очкой немного. И пойду я, вероятно, спать. Так, ну, я подозреваю, что нихера нам не даст нормального. Давай мне анонсеров побольше. Я как раз очень люблю вот это все. Так, ну не кусался, это вроде прикольный. Окей. Так, где мои тржачки? А, вот они, тржачки мои. Мои тржачки. Давай сюда его. Открыть. Так, что у меня есть? У меня есть, по-моему, Омник, есть Night Stalker. В общем, поехали. Так. Сларк. Ну, урод. Реально урод на Сларке. Вот в данный момент сейчас очень похоже на это. Открываем следующий. Так. Сразу минус Варлок. Ну, хотя бы Сларка нет. Омник убери. Омник на Сталкера. Дай хоть пака, блядь. По-моему, это второй Омник. Ладно, неважно, в принципе. Нет проблем, так сказать. Еще награду одну забыл. Вот этих вот рыжачков, я смотрю, раз, два, три. Притом они так по левелу достаточно часто выпадают. В общем, будем ждать, пока они выйдут. Да, ну что ж, ребят, спасибо большое, что смотрели. Завтра, кстати говоря, не забывайте, что будет стрим Open Qual The International, International Major бостонского. Будем, соответственно, играть в этом составе. Ну, многие спрашивали, кстати говоря, что за состав. Ребят, состав таков. Маша, ГН, Артём, Саша и Андрей. Вот. Такой вот состав. В среднем, наверное, у нас где-то порядка, не знаю, 6700-7000 ММР. То есть, как бы, не Team Liquid, да? Но у нас есть сердце, воля к победе. Как видите, мы не сдаемся даже в самой сложной игре, как вот, например, была последняя. Вот, так что мы большие молодцы. Что ж, дорогие друзья, начинается, по-моему, квалификация в 5 часов дня. Я думаю, примерно в такое время я и запущу. Скорее всего, даже в случае краха нашей команды я буду еще какие-то интересные игры стримить. В общем, завтра планируется такой достаточно долгий стретч.
Вот. Anyway, дорогие друзья, спасибо вам большое, что смотрели сегодня. Кстати, Кирилл, я не знаю, здесь ты или нет, я видел, что ты был в чате насчет цифки. Вот как раз после квал, когда это все закончится, типа, я с радостью бы покатал. Ну что ж, на сегодня все. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели. Напоследок рекламная пауза. Спасибо, кстати, большое за подписки, за донаты. Дай вам бог здоровья. Вот. Трехминутная рекламная пауза, и все, и закругляемся. До завтра, дорогие друзья. Приятных снов.